выход. Так, проверяем все, как выпущен. Все значит, нормально. Такой, такой, на третьем как притяг. Да. Притяг. 7.02 на третьем как притяг 300. Рассчитываем с посадкой. Заполняйте третий радиальный 6. Так, притяг, Федор Ильич. Да все есть, Миша, я давно уже все на стоянке был притянут. Да, 7.02 разрешил с посадкой, ветер будет встречный, 14 метров в секунду. Принял условия. Чуть-чуть влево нас всегда сносит. Ну да. Высота минимальная. Гасим скорость. Mm-hmm. Я тебе подскажу, четвертый. Mm-hmm. Заполняй четвертый. Пошли. Заполняйте четвертый посадочного отсечка. Высота минимальная. Не проваливайся, нормально. Проваливайся, проваливайся. Где надо, сейчас будет красно-зеленый. 7.02, я линзу наблюдаю, отправляю, выходишь красно-зеленый, достаточно 150, 100, заворачивайся, перейдешь вправо, желто-зеленый, перешел вправо, справа 20, все. Желто-зеленый, по границе зеленого, справа. Высота 15. Минимальная. Входим на курс, вот, желто-зеленый, справа 10, вот такие, отлично. Желто-зеленый, желтый, надо выше. Выходим на курс, остался справа 3, 10. Зафиксируй сечевые ремни. Влево давай, чуть-чуть влево. Скорость справа 7, 5. Скорость, вот так. Желто-зеленый, граница зеленая. Остался справа 3, под зеленый. Поддержи чуть-чуть влево. Зеленый на курсе. Зеленый, желто-зеленый курс. Зеленый курс. Не надо ниже, чуть-чуть поддерживай его здесь. Ходи справа, справа метр. Вот зеленый курс. И курс хорошо. Отлично, зеленый курс. Зеленый курс. Держи. Хорошо, зеленый курс. Посадку подтверждаем. ОПР включен. Получает допустимые углы атаки. Брать ГАК. Траекторное управление отключено. Первый трос разделяю. 7.02, не торопимся. Сейчас прорулите, слушайте далее. Развернетесь на 180. После складывания крыла подождем, пока трос соберут. И далее я подскажу. Далее за троса на четвертую площадочку. И будут вас по командам встречающих. Я подскажу. Хорошо. Так, складываем крыло. Давай. Молодец. Обогрев выключен. Приехал. Спасибо. Линзы какой трос взяли? Первый. Первый. Крыло сложено, наблюдаю. Далее прорулите до первой площадочки. Правым разворачиваемся и становимся носом к корме. Ну, приоткрой фонарь, не волнуйся. Все, уже ничего не изменишь. Жалко. Да нет.